Всем привет, вы на канале Unlegacy. И сегодня мы рассмотрим, как собрать 8 бит из Лего из игры Brawl Stars. Вот такой вот он у меня получился. Итак, давайте же начнем его собирать. Для начала мы берем вот такую деталь 6 на 4, это будет основой. Затем блок на 4, у меня тут написано полиция, но это не важно. Присоединяем как на видео. Затем нам понадобятся детальки, не обязательно синие, вот такие спином. Сюда будут крепиться наши ноги. И блок на 2 пина. Кнопками будут служить вот такие красные кругляшки. Пустые пины мы затайливаем. Затем вставляем вот такие белые детальки. На них у нас будет крепиться монетоприемник. Я сделал его из такой детальки, синий. Сейчас закроем белыми деталями пустое место. Далее нам понадобятся вот такие скругленные детальки. У меня было только 3 таких. И один я поставил обычный скосик. Можно вообще все закрыть скосиками, будет смотреться не менее круто. Далее используем пластину, это будет наш экран. Можно любого цвета, у меня получился темно-синего, но это не важно. Далее я предлагаю нарисовать на бумажке ему глаза, чтобы выглядело похоже, как в игре. И приклеить на плоскую пластину. Так, дальше делаем ему вверх. И закрываем все скосиками. Сейчас же давайте поставим ноги. Делаются низ двух деталей. Вот такого скоса. Синего и белой плоской детали. Соединяем и крепим к нашей заготовке. Ну все, основа уже готова. Осталось сделать только руки. Давайте приступим к рукам. Для рук я использовал вот такие нестандартные крепления. Вы можете использовать, ну, что-то подобное. Вот так вот это выглядит. И вот так спереди. Мы сейчас будем крепить руки. Давайте построим сначала обычную руку, которая без оружия. Итак, нам понадобятся вот эти детали. Мы будем использовать вот такой крепеж белый. Можно вообще синего цвета использовать. У меня был только белый. Крепим вот так детальки. На самом деле с руками все неоднозначно, вы можете делать их как угодно. Но я придумал только вот такое решение. У меня получилась такая рука. Ну, думаю, выглядит нормально. Ну, приступим к следующей руке. Для этого нам понадобится точно такая же деталька. И синие детали для оружия. Так, собираем вот такую деталь. Это будет его рука. И крепим на нее бласт. Ну, думаю, увидите, как его собрать. В принципе, не сложно. 8 бит уже готов.
Можно, в принципе, оставить его так, но я советую все-таки затейлить сзади, чтобы выглядело сзади хоть как-то. Вообще, можете сзади делать как угодно, но я вам покажу сейчас свою версию. Здесь нужно будет оставить вот эти отверстия, чтобы руки могли крутиться. Все, мы собрали 8 бит из игры Brawl Stars. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.